Евгений Владимирович, приветствую вас. Как ожидания у вас? Здравствуйте, коллеги. Мы не общаемся. Спасибо. Что случилось? Как всегда, боевое. Боевое. А почему не общаетесь, Евгений Владимирович? Почему не общаюсь? Ну вот, говорит, да, Дмитрий Зеленов, ему кто-то запретил. У вас велась цензура какая-то? Я у него работу отберу. Да? Конечно. Это же его функция. Ну, играть будет, Евгений Владимирович. Какие у вас сегодня, на сегодня, что у вас ожидания какие? Что, вы намерены разгромить Локомотив, разгромить соперника? Ребят, ну какие могут быть ожидания перед игрой? Ну скажите мне, я когда-то отвечал, что мы чего-то ожидаем плохого. Мы всегда настраиваемся только на хорошее. Как вам пост в канале РФС? Это не мусор, давайте вопрос. Дмитрий, в составе соперника играет Дзюба, Евгений Владимирович, ваши ожидания? Здорово. Здорово? Конечно, будет.